коментарии про игру. Начинаем с гостей. Где-то, может, повторение игры Новополоцка. Мы, конечно, хотели выиграть, готовились к этой игре. Игра была очень очень серьезная, очень быстрая. Интересная игра была. Значит, первые 20 минут мы очень много удалялись. Игровая дисциплина подвела, пропустили. Но потом ребята проявили характер, сравняли, вышли вперед и удержали победу. Хотя очень было тяжело. Ну, спасибо ребятам, что удержали победу. Я все. Ну, я согласен с коллегой. Игра чем-то похожа, чем на ту, которую мы проводили 2 дня назад в Новополоцке. С нашей стороны те же, даже куча нереализованных моментов. Раз. Значит, совершили совсем необязательную пару-тройку ошибок в обороне, за что и противник нас четко, очень грамотно наказал, разыграв, скажем, хорошие голы. Ну и в очередной раз скажу так, что, на мой взгляд, может, у кого-то есть другое мнение, в отличие от меня, значит, ну, все решило. В очередной раз играл.